Супруг Валентины Водославской Михаил 35 лет своей жизни посвятил защите Родины. Он служил в разведке во время локальных войн в Чечне и Афганистане. Вдова рассказала, что гордится мужем и всей своей семьей, в которой выросло уже несколько поколений военнослужащих. Она прочитала стихи сына. Отец мне сказал, что войну дед ему отстоял всю страну. Мне остался в наследство мир, чтоб всю жизнь я его хранил. Вот и я стал большим уже. Оставляет отец мне в наследство все, что честью своей заслужил. Защищать счастливое детство. Ежегодная встреча Союза женщин с вдовами ветеранов посвящена 75-летию Победы. Здесь вспомнили погибших героев, а также поздравили женщин с наступающим 8 марта. Очень бережно относимся к ним и стараемся вниманием уделять каждому празднику, для того, чтобы они чувствовали свою значимость и что мы их не оставляем наедине со своими проблемами. Участникам встречи от администрации промышленного района вручены подарки. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.